Ребятки, вот так выглядит с утра вернувшийся москвич. Заметили, что в слове москвич присутствует слово ВИЧ? Короче, 28 градусов, ребятки. Минус 28. Для Москвы это жестко, потому что влажный климат, как-то в Вишкар-Оле. Ну, в Вишкар-Оле это тоже жестко. Вообще такой мороз это жестко. В Финляндии вроде тоже такой мороз, а? Да ведь? И ключ дрожит в руке, как пела одна русская группа. Фонарь на маяке. Ну что ж, ребят, поздравим друг друга. Да, 10-й час. Конечно, не мешало бы поспать еще, но надо сейчас забуриться в дела. Надо поменять маслице 100 пудов. Потом посмотрим. Вот этот запах. Вот это называется вечные ценности. Да, кстати, вот буду постепенно вас посвящать в курс своих игрушек. Вот это странной формы игрушка. Вы знаете, вот такой формы кабинка в аттракционе. Еще такой был аттракцион, по-моему, как какой-то космолет. Вот как только в кабинку залезает ребенок, там дверку закрывает, и ты внутри как в космолете. Она похожая форма была. В принципе, вот это такая абстракция. Я вот помню, все детство на нее смотрел, и я не мог понять, что она есть. Что она есть. А это новенькое. Это вот я уже здесь в Ашане покупал все стеклянные игрушки. Вот это. Тоже это уже 10-х годов. Здесь, кстати, проставлено точно число. Вот. 13-14 с Нового года. Эта шишка новая, а вот этой шишки, наверное, до 95-го года. Вот так. Птички новые.